Сегодня готовим торт пражский. Для бисквита нам понадобится 2 яйца, щепотка соли, 2 столовых ложки какао-порошка, 1,5 стакана муки. Муку я беру для выпечки, в ее состав уже входит разрыхлитель. Если брать обычную муку, то нужно добавить пакетик разрыхлителя. Пол банки сгущенного молока, 200 грамм сметаны и 1 стакан сахара. Сначала смешаем жидкие компоненты. Яйцо перемешиваем с сахаром. Сюда же добавим сметану. И сгущенное молоко. Сухие компоненты – муку, разрыхлитель, соль и какао – нужно перемешать вместе и теперь, просеивая, добавляем к жидкой части. Все хорошо перемешать. Получается вот такое тесто. Наливаем его в смазанную маслом форму. И нужно немножко ее покрутить, чтобы образовалась серединка воронка, так как при выпечке верх обычно поднимается выше, чем края. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Дать бисквиту остыть и разрезать на 3 части. С верхней части можно срезать верхушку, чтобы выровнять верх торта. Теперь готовим крем. Для него нам понадобится 150 грамм размягченного сливочного масла, 1 яйцо, пол банки сгущенного молока, пол стакана воды, 2-3 столовых ложки сахарной пудры, 2 столовых ложки муки. К сгущенке добавим воду, хорошо перемешать. Выливаем в кастрюльку, сюда добавим яйцо и муку. Хорошо перемешать венчиком, чтобы исчезли комки. Поставить на маленький огонь и при непрерывном помешивании завариваем крем. Дать крему полностью остыть. Сливочное масло взбить с сахарной пудрой. И постепенно добавляем заварной крем. Для красивого цвета я еще добавлю ложку какао. Крем готов. Смазываем коржи кремом. Пока торта обсыпать орехами и оставить на ночь в холодильнике. Вот пражский торт готов. Приятного аппетита!